Стереоколонки MicroLab H30BT, примечательной поддержкой Bluetooth и NFC, а также относительно невысокой ценой. Внешний вид колонок вполне обычен. Двухполосная активная и пассивная колонки в корпусах из МДФ, со съемными грилями из мягкой ткани на пластиковом каркасе. Вместо привычных резиновых наклеек, выполняющих роль ножек, тут используется пластиковая подставка с дугообразным сечением, края которой по всей длине оклеены полосами из мягкой резины. Стороны колонок отделаны ламинатом с тиснением под кожу. На выбор представлено два варианта расцветки – полностью черная и белая, с серыми грилем и подставкой. Динамики снаружи окаймляются кольцами из глянцевого пластика, цвет которого соответствует цвету корпусов. Панель управления расположена на правом боку активной колонки. В пластиковом корыце находятся три регулятора – громкости и тембра NC-VC с фиксацией среднего положения, а также светодиодный индикатор. У активной колонки на задней панели находятся RCA разъемы, два для аналогового входа и один для подключения пассивной колонки, а также механический выключатель питания. Сквозь отверстие, снабженное накладкой для защиты от перетирания, выходит кабель питания. У пассивной колонки, помимо фазы инвертора, на задней стенке находятся только коннекторы для подключения кабеля от активной колонки. Корпуса изготовлены из МДФ 6-мм толщины. MicroLab H30BT способна подключаться к источнику сигнала посредством Bluetooth 4.0. Чтобы ускорить сопряжение, применяется NFC. Сопряжение со смартфоном проходит без проблем, простым прикосновением. Аудиопоток принимается стабильно. Из положительных моментов MicroLab H30BT стоит отметить низкий уровень фонового шума, сбалансированное звучание, наличие NFC и Bluetooth. Из отрицательных – бюджетный способ соединения колонок друг с другом, а также искажение звука на максимальной громкости. Однако, учитывая завышенный общий уровень цен на акустику с возможностями беспроводного подключения, стоимость MicroLab H30BT вполне адекватна.